Всем привет, сегодня мы играем за Легиона, карта... У нас кровавая лачуга. И погнали. Нам бы желательно со старта найти сурвов. Было бы очень-очень круто, если бы я их нашел. Насколько все-таки должно было повести мне, что они все заспавнились в том углу? Вау! Врубили музончик. О, какая жесть. Пойдем за раненым. Ну, очень жестко. Очень жестко, когда хочешь записать игру. На самом деле, очень... А, очень сложно. Очень сложно, особенно когда тебе просто перебивают это все. Ну ничего страшного. Такс. Откатился вообще тот ген, типа, ну как это работает? Давайте побежим. Ну они убегать будут. Я просто не догоню. Не, вы мне, сволочи, карту убрали. Я вас душить, значит, буду. Так. Возвращаемся к раненому. Такс. Замечательно. Сейчас будет скидывать? Нет. Серьезно. А зачем такие мувы устраиваешь? Тот откатывается. Этот в откат. Погнали. Никого не видим. Возможно, только что там чинит два вот этих гена. Да, вот там двое чинит. Здесь не чинит. Окей. Ага. Вторую хитулю не вижу смысла давать. Просто типа задушим и все. Нам этого будет вполне достаточно. Он еще и орех прожал. Минус. Откатили. Здесь были сурвы. Возможно, у того генщика кто-то есть. Нет, ген в ноль. Проверим этот. Тоже ген в ноль. Интересно. Ворона поднялась. Чинит, скорее всего, тот. Сломаем палеточки. По крайней мере, одну. Да?
Так, первый есть. Второй есть. Первый успеет подлататься? А он даже лататься не стал. Вау. Побежим по следам. Угу. Потушим тотемчик, чтобы не лечились. Так, откатили, замечательно. Сразу в путь. Он остался его дочинивать, серьезно? Нет, он убежал. Опа. Минус. Побежим, попробуем. Шансы есть у нас в целом успеть. Но в целом хитулю получили. Серьезно, так тупо. Она сейчас пойдет, наверное, того поднимать. Нет. Все, ГГ. Это просто идеальнейший момент за Легиона. Иди сюда. Палеточек здесь уже не осталось. Максимальная скорость Легиона. Опа! Хорошо! Очень хорошо!